Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я вам покажу нечто нереальное, нечто необычное, вы просто посмотрите на все это лучшая реализация обновления 0.15.0, поэтому прямо в эту секунду ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Просто, ребята, посмотрите на все это. Как же все это красиво. Это новый нож с G-командой. Не знаю, как он будет называться. Прямо сейчас предположите ваши идеи в комментариях. Потому что я, ребят, просто не могу. Снеговик, снег. Просто это шедевр. Брат, я тебя люблю. Ссылка на автора есть в описании. Ну что же, ребята, поехали смотреть дальше. Просто посмотрите, какая же красотень. Как же все классно. А этот G-команда, как он переливается. Мне вот интересно, если добавят новый нож с G-команда, то как это будет реализовано? Это что, добавят новый кейс или как? Так уже ж есть драйвел кейс. Или, возможно, уберут наоборот драйвел кейс. Поэтому, ребята, на всякий случай, я купил тоже 50 драйвел кейсов. То есть я купил 50 драйвел и 50 фьюриас кейсов. Ну что же, давайте смотреть дальше. Это карта Training Outside. Разработчики обещали, что изменят именно эту карту. Ребят, посмотрите на этих снеговичков, посмотрите на этот снег. Как же это классно, я просто не могу. Я не знаю, как это можно описать словами. Я хотел бы передать разработчикам большой респект, потому что я жду обновления. Если вы тоже ждете, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кента ПК. Ребят, посмотрите, как все красиво. Блин, как же круто, как же много снеговиков. Вот елочка, елочка, елочка. Блин, ребят, тут вот как только выйдет обновление с елочкой, я просто подойду к елочке и такой: раз, два, три, елочка гори. Так, ну что же, смотрим дальше. Блин, ребята. А прикиньте, если вместо персонажей на головах будут снежные головы. Ну, представьте, голова снеговика будет вместо обычного персонажа. Блин, ребята, это просто что-то с чем-то. Просто прожмите за это лайк. Я не знаю, у меня нет слов, потому что все это реализовано максимально круто, максимально правдоподобно. Я хочу увидеть елочку. Так, 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 видели там елочка? Блин, ну какая-то она не очень высокая, ребят. Ну вот, посмотрите на елочку. Ну, я считаю, елочку можно сделать и повыше. Так, смотрим дальше, смотрим, смотрим, смотрим. Ой, ля, подарки! Да, гифтбоксы, как и обещали, ребята, это гифтбоксы. Вау, вот это крутяк! Блин, ребят, это просто что-то с чем-то. Прожмите, пожалуйста, за это лайк, потому что елочка, подарки, блин, ну все прям как реально в настоящем обновлении. Просто 5 с плюсом, ребят. Ну что же, а прямо сейчас мы посмотрим на обновленное меню. Представьте, новое обновленное меню. Обалдеть. Ну что же, давайте по порядку. Первое, что вижу, это обновленное загрузочное меню. Ну, ребят, ну вот скажите мне, пожалуйста, ну разве это не шедевр? Разве это не шедевр? Обновленное загрузочное меню, какая красивая елочка. Ой, ля, ребята, что же нас ждет дальше? Дальше мы видим обучение. Что это означает? Это означает, что вы заходите в стендов и вам говорит: вот ты вот новичок, братан, посмотри видео про то, как настроить сенсу. Или, например, вот ты уже прошаренный игрок, ты трейдер, да? Посмотри видео, как правильно трейдить. Или, например, ты вообще любишь смеяться, посмотри видео Кента ПК. То есть, как я понимаю, это система рандомных рекомендаций. Ребята, очень-очень круто. Я очень хотел бы, чтобы в разделе обучения были мои видео. Так, ну что же, смотрим дальше. Потому что, честно говоря, пока что все очень хорошо. И я очень-очень доволен. Так, что я вижу дальше? Вау, ребята, новый Gold Pass. Ну, в принципе, ничего удивительного в этом нету, потому что новый Gold Pass нам и так обещали добавить. Каждые полгода добавляют новый Gold Pass. Поэтому, ребята, в 0.15.0 мы, конечно же, тоже ждем обновленный новый Gold Pass. Кстати, да, ребята, если вы не заметили, ну, якобы будут новые медали. А, и раздел новости, Вот тогда, обалдеть, ребята, это уже не стендов, это уже какая-то целая газета, потому что раздел новости, это круто. А, и вон, получить медаль, кнопочки, нажимайте на кнопочку получить медаль и получайте ее. Так, смотрим, это награда за сезон. Мы получаем какой-то новый брелок, ничего себе, Charm Revel Diamond. Блин, ребят, ну я бы хотел бы играть с этим брелком. Я бы прицепил бы прям на АВМ Treasure Hunter. Прям место чарм очень пошмака. Очень круто. Давайте смотрим дальше. Подрим за игру в соревновательном режиме. И за легенду мы получаем самый крутой брелок. Дальше смотрим распределение рангов по ММР. Ну, в принципе, все как обычно, все как и сейчас. Если кто не знает, ребята, то ранг кента это почти элита. Ну, почти там осталось 50 очков, поэтому можно сказать, я уже почти элита. Поэтому, ребята, я почти, так сказать, почти про игрок.
Ну что же, пока что все очень даже хорошо, пока что меня все очень сильно радует. Так, ребята, что же будет дальше? Что же будет дальше? Опа-на! Да нет, рофл, это просто рофл. Не, ребята, я, конечно, все понимаю, но вы, пожалуйста, поберегите мою психику. Поберегите мою психику. Новый гифтбокс. А прикиньте, если в новом гифтбоксе будет выпадать AVM Treasure Hunter? Не, ребят, я тогда создам сразу 500 аккаунтов и на каждом аккаунте буду открывать по гифтбоксу. Вы просто взгляните на все это. Не, ребят, это просто что-то с чем-то. Я не верю своим глазам. Как же это круто, гифтбокс. А, ну и брелок, да, брелок. Я чуть не забыл, брелок, это, между прочим, тоже довольно-таки круто. Брелок и гифтбокс просто 5 с плюсом. Блин, ребят, как бы хотел бы новый гифтбокс. Кто тоже хотел бы новый гифтбокс, прямо сейчас напишите хэштег «Добавьте гифтбокс», потому что, ребят, ну не хватает. Не хватает гифтбокса. Так, давайте посмотрим, что же есть еще интересненького. Это, ребята, ну, вы сейчас будете в шоке, но это новые аватарки. И вы посмотрите на этих прикольных персонажей. То есть, вот я вижу на этих персонажах просто выражение своего лица. Вот я бы себе аватарку поставил бы, наверное, вот эту. Потому что я очень люблю спать. И красный фон, потому что я, так сказать, ну, такой агрессивный парень. А, красный этот цвет агрессии. Ну, вы поняли, да, пацаны? Поэтому кто лайк не поставил? Пух-пух-пух-пух-пух. Ну, вы поняли, да? Поэтому лучше не шутите. Ну, слушай, ну, новые аватарочки, конечно, очень бы даже были кстати. Потому что старые аватарки, будем говорить откровенно, они уже немножко приелись. Так, а вот теперь раздел новости. Может, вы не заметили, но, ребята, тут мы видим новости по поводу нового режима под названием «Злой Гринч». Ну, конечно, будем ждать, конечно, однозначно будем ждать новый режим. Блин, ребята, как же это... А, и клиент-сервер! Клиент-сервер! Обалдеть, вы это видели? Клиент-сервер! Мать моя женщина, вот это да, вот это я понимаю. Так, ну что ж, дамы и господа, что мы видим? Можно менять музыку в меню? Вот это я понимаю, технологии? Это что, это обновление Илон Маски изобретает или как? Вот это технологии? Слышите? Нормально, нормально, то есть можно менять музыку на ту, на которую вы захотите. Очень круто, качает, качает, ребят. Новогодняя музыка, так... О, новогодняя музыка самое то. Я тоже включил именно ее, потому что все-таки скоро Новый год. Так, ребят, тише. Новая карта. Новый режим. Обалдеть, сколько всего. Мы это же пропустить не можем. Злой Гринч, ребят, новый режим. Да. И Винтер провинция, что означает зимняя провинция. Блин, ребят, сколько же всего крутого. Я в шоке. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Прямо сейчас мы посмотрим на провинцию. Так, давайте почитаем описание. Цель Гринча – украсть все подарки до утра. Задача Санта-Клауса – не дать им этого сделать. Такие подарки? У меня подарок, попробуйте туда забрать. Да я за подарок, пацаны, просто левая и правая вертуха. И вы поняли, правые короны и левые похороны. Так, ну что же, смотрим. Ребята, я хочу на это посмотреть. Оля, как красиво. Да не, ну харе, хватит. Мне уже плохо. Пожалуйста, остановитесь. Мне реально уже плохо. Блин, ребят, это шедевр. Это просто шедевр. Вот кто хотел бы поиграть бы на такой карте, ребят, прямо сейчас хэштег обновленная карта, обновленная провинция или хэштег обнова, да любой хэштег. Как же это классно, ребят. Не знаю, как вы, но я лично очень сильно хотел бы. Так, давайте посмотрим, что же там еще обновлено на карте провинции. Пока что я вижу гирлянды. Кстати, гирлянды очень красивые. Я хотел бы увидеть самого Гринча. Он где-то есть или нет? Ребят, хочу увидеть Гринча. Блин, а плент А очень красиво изменен. Или это Б? Да какая разница, ребят. Самое главное, что мы ждем обновления. Можно было бы просто взять и, например, запрятаться на этом снеговике. Это очень круто. Короче, братва, если вы ждете обновления прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Подписывайтесь на мой второй канал, там тоже вышло новое крутое видео. С вами был Кент, всем удачи, всем пока.